Статус? Понял. Винтер? Здесь. Получаю оперативную сводку. Сулаку, это Винтер. Ответьте, прием. Сулаку, вы меня слышите? Черт возьми! Уинтер, Уинтер, это Сулака. Рад тебя слышать, сынок. Сэр, мы на мостике. Правда, мы опоздали. Забудь об этом. Все кончено. Сулака, рейдер 6-5 тебя подождет. Но только не заставляй ждать себя слишком долго. Конец связи. Десантная шлюпка далеко? Тебе дистанцию в метрах или число желающих нас пришить? Без разницы. Сотни четыре. Ситуация попахивает дерьмецом. Вы где-то рядом? Прием. Рядом это как? Рядом это когда я могу дать тебе пинка под зад. Эти наемники пытаются захватить шлюпку и удрать. Живо сюда! Будем у вас через 20 минут. К вашему сведению, тут кругом взрывы и прочая херотень. Но мы постараемся побыстрее. Авария. 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 Неизбежно катастрофическое охлаждение. Защитные меры не сработали во всех сетях. Приготовиться к эвакуации. Они этого не хотели. Мы наткнулись на то, что не должны были видеть. Thank you.
Что это было? Враг за дверью! И тут люди в бою! Авария! Авария! Бишоп, это Уинтер. Можешь сказать, в каком состоянии сейчас лифты? Да, Уинтер. Питание подключено. Уровень повреждений неизвестен. Не советую. Прием.
оптический замок! Уинтер, взломай его! Все понял. Сколько мы еще сможем тут обороняться? Имейте в виду, если станет совсем жарко, мы вас ждать не будем. Сэр, мы делаем все возможное, но корабль кишит этими тварями. Отсеку. Навсегда здесь застрянем. Невероятно. Посмотри на наш корабль. Корабль уже не наш. Внимание, полный коллапс неизбежен. Всем покинуть корабль. Thank you.
чтобы мы могли взлететь! Сэр, никак не можем открыть двери грузового отсека. Кажется, корабль их заблокировал. У этих дверей есть аварийный механизм. У них нам необходимо его Мне что? Про что?
Ты проснулась с ксеноморфом на лице. Я же сказала, эта штука была мертва. Со мной все в порядке. Существо было как бы костяное, белого цвета, почти паук, но с хвостом. Да, у меня горло побаливает, но у меня все в норме, честно. Белла, ты скоро умрешь. Откуда ты знаешь? Так было с Кизом. Сколько? Часы. Может быть. Мерзость. Пошли. Тут неподалеку есть колония «Надежда Хадли». Или что там от нее осталось. Наши коротковолновые передатчики здесь ни хрена не ловят. Надо найти тех, кому удалось выбраться с Сулака. Так что же случилось? Судя по всему, атмосферный процессор взорвался, как бомба в 40 минут. Не очень-то обнадеживающе. Это наша последняя надежда. Сэр, не хотите поговорить о том, что произошло с Вэйю? Похоже, колониальная морская пехота Соединенных Штатов вступила в войну с Вейланд-Дюнами. Меняем тему. Сэр, что вам известно о морпехах, отправленных сюда 17 недель назад? То же, что и всем. Сюда отправились два отряда морской пехоты с консультантом-офицером Рипли. Выжили только Рипли, морпех Хикс и какая-то девочка. Они улетели с планеты на Сулака. По прибытии на Фьюри 161 они были в заморозке. Мы должны поверить, что люди Вейланда привели корабль сюда? Зачем им это? Чушь. Да уж, это точно. Так что будь начеку, Рид. Даже знать не хочу, что это было. Может, Надежда Хадли выглядит и не очень, но только она может нас спасти. Попробуем связаться с центром управления. Так, давайте зачистим центр управления. Нам еще нужно собрать оставшихся морпехов.
радаре что-то появилось. Значит, твой датчик движения засек чье-то пропавшее одеяло. Господи, да научись уже отсеивать ложные цели. Винтер, разрежь эту чертову дверь! Надо привести это в рабочее состояние. Бишоп, ну-ка глянь. Да, сэр. Положи чехол от смартгана на стол. Уинтер, поработай с терминалом, постарайся запитать стол. Кто-то проник сюда. Так, все сюда. Мы с Бишопом останемся здесь и займемся диагностикой всех перезагружаемых систем. Белла и Рид отправятся на радиовышку и установят связь с нашими парнями. Вызовите их, пусть возвращаются. Сэр, я хотел бы пойти с ними. Я мог бы защитить. Остынь, умник. Вы с Уинтером зачистите территорию, расставите датчики периметра. Понял меня? Понял. Так точно, сэр. Назвал меня умником? Так точно, умник. Разделаемся с датчиками побыстрее. Я хочу вернуться. Понимаю. Но они защитят всех нас, а не только Беллу. Бишоп, это Уинтер. Первый датчик установлен. Прием. Вас понял. Осталось еще 4. Дал здесь свой последний бой. Магазины пусты. Ни одного патрона. Так, второй датчик стоит и уже работает. Понял, Уинтер. Можете продолжать. Бишоп, можешь подключить третий датчик. Прием. Понял. Связь с третьим датчиком установлена. Ну а что? Давайте все ночевать в жуткой лаборатории. Я возьму печеньки. Блин.
Так, Бишоп. Похоже, четвертый датчик работает нормально. Понял, Уинтер. Остался еще один. Штаб, мы подключили пятый датчик. Теперь у вас должен быть периметр. Если он работает, сообщите прием. Понял, Уинтер. Периметр неплох. Миша, что происходит? Прилив энергии. Уинтер, О'Нил, датчик в морге вырубился. Выясните, что там произошло, и возвращайтесь в центр управления. Конец связи. Ваша позиция под угрозой. Немедленно возвращайтесь в центр управления. Старую турель. Помнишь точно, где она стоит? Помню, сэр. Мы ее прихватим. Принято. Кажется, одна была в центральном коридоре. Yeah!
возвращаемся. Уинтер, поставь турель рядом с боеприпасами. Связь с Ритой Беллой потеряна. Итак, нам необходимо отремонтировать радиовышку и связаться с нашими морпехами. В одиночку мы тут долго не протянем. Тут есть туннель. Он ведет прямо туда. Они, Уинтер, возьмите с собой смартган. Найдите девчонок. Двигайтесь по тоннелю, выйдите прямо к радиовышке. Усекли? Так точно, сэр. Уинтер, побежали. Датчик светится как ёлка. Готовьтесь к неприятностям. Это 2-1. В туннеле противник. Есть новости от Беллы и Лилит. Прием. Черт,
Это 2-1. Меня кто-нибудь слышит? К бою, но стрелять только в крайнем случае. Внимание, люркер! Слышите меня? Бишоп усилил коротковолновый передатчик. Слышите? Так точно, слышим вас. Сигнал все равно слабый, но мы рады слышать вас, сэр. Вас понял, 2-1. Мы следим за вами. Вы примерно в 30 метрах от лифта. Вас понял, сэр. Что-то не так. За мной. Открываю.
Меня кто-нибудь слышит? Это Винтер. У меня проблемы, я не знаю, где я. Ну давай же, тупая рация. Уинтер, черт тебя дери, я думал, все, тебе крышка. Как ты выжил? Я сам только что расстрелял последние патроны по этим гадам. Я в туннелях был, тебя искал. Что делать будем? Я оставил свой маяк в лифте. Иди к нему, встретимся там. Давай, ищи выход, брат. Какие-то громадины. Что это за жуткие твари? Дерьмо. Ты на них наткнулся? Там еще остались живые. Уинтер, не спеши. Насколько я понимаю, они идут на звук. Если тварь близко, замри и подожди, пока она не уйдет.
твою мать! Ты не сказал, что эти ребята взрываются! Они взорвались. Да, полное дерьмо. Они такие типа, ой, что это за шум? А потом вдруг все повзрывались нахер. Я иду к тебе. Сам такой. Поговорили. А то. Сигнал все ближе. Не останавливайся. Мы почти выбрались. Он вернулся! Он рядом со мной! Это огромная тварь!
добрался до лифта. Эта тварь не знаю, но она близко. Кончались, мы уже камни собирались кидать. Все хорошо, Белла, все хорошо. Сейчас пойдем ее выручать. Мы никого не бросаем. Мы разделились. В ангаре она была рядом с аккумуляторами. Все ко мне. Время есть. Сначала они сунут ее в кокон. Откуда знаешь? Я видел Кизу. Идем. Гости!
что? Спасибо. Морпехи своих не бросают. Ты это знаешь. Идем. Входим в центр управления! Тут, не останавливайся!
следов Беллы Рид. Идем дальше, умник. Называй меня так. Я взломала систему безопасности радиовышки голыми руками. Ты как, жива? Да. Если это произойдет еще раз, выстрели мне в голову. Это приказ. Надеюсь, ты поступишь так же. Если что, пристрели меня. Никто ни в кого не стреляет. Белла, тут полно разных вейландовских причиндалов. Мы придумаем, как извлечь из тебя эту дрянь. Я чувствую, как она двигается. Рядом, люркер! Все живы! У меня все в порядке. Так точно. Я здесь. Стоп! А где Анил? Что случилось с Анилом? Боже, его метка движется вместе с той тварью. Патроны у всех есть. Идем за ними. Стойте, стойте! Если мы пойдем за Анилом, то наверняка все погибнем. Ты что, шутишь? Думай о том, что говоришь, Белла. Это слишком опасно. Как старший офицер, я должна принять решение. Принять решение? Да благодаря ему мы тебя спасли! Рид, с нами ты или нет, но мы идем за ними. Морпехи своих не бросают. Можешь отдать нас под трибунал. Уходим, парни. Если что, твоя вина. Значит, идем. Ура, черт. Вперед. Thank you.
приготовиться! Оружие к бою! Вот спуск. Нужно было остаться в ангаре. Вали, никто не держит! Смотреть в оба! Патроны беречь! По своим не стрелять! Забраться! Не отступать! Всем внимание! Начинаем! Жив ли он? Слушай, делай как я, понятно? Тварь близко, уходим! Выстрелы ее только бесят! Бежим! Хотела его бросить. Белла, ты что говоришь? У нас были разногласия. Ага, она хотела нас построить, а тебя бросить. Так, давайте все успокоимся. Я испугалась. Я ведь не только пилот, но и лейтенант. Я принимаю решение. Морпехи своих не бросают. Это важнее субординации. Эй, может, поговорим об этом позже? Белла, нельзя рисковать многими жизнями ради спасения одной. Понимаю, каково тебе, но трудно доверять тому, кому жить осталось несколько часов. Ты что несешь? Ты же знаешь, что последний патрон я бы оставила для себя! Эй! Все нормально, все нормально! Убери пушку! Белла! Белла, убери пушку! Ты направила пушку на старшего по званию. Насколько я помню, твой приказ был, если что, стрелять тебе в голову. Прекратите! Возвращаемся в центр управления! Умитесь обе, черт бы вас побрал! Сулакра, это Уинтер. Мы подключили радиовышку и нашли нескольких морпехов. Возвращаемся к вам. Нас тут. Я понимаю.
Вы находитесь в экстремальных обстоятельствах. Я сам за последний день потерял 300 человек, так что я вас понимаю, уж поверьте мне на слово. Рид, Белла, немедленно прекратите лаяться. Разрешите... Отставить! Ты приняла правильное решение, сама это знаешь. Тема закрыта! Вы двое, шаг вперед! Эти два придурка хотят отправиться на верную смерть в самое логово ВЮ, чтобы извлечь из твоей груди мерзкую тварь и спасти тебя. А у нас и так мало людей. Не слишком много морпехов пропало без вести. Сэр, да выслушайте меня! Но я даю разрешение при одном условии. Сэр? Где-то там есть список всех, кто был на борту. Он мне нужен. Все, можете отправляться. Да, сэр. Спасибо, сэр. Тут рядом конюшня с наземными ползунами. Возьмите один и возвращайтесь живыми. Всех касается. Сэр, разрешите их сопровождать. Отставить. Я хочу пойти. А я хочу, чтобы мой пилот выжил и вывез с этой планеты сотню морпехов. Разговор окончен. Ты ничего нам не должна. Просто вывези всех остальных, а свои юмы разберемся. Главное, нам не мешай.